с июля на прилавках белорусских магазинов больше не будет табачных изделий. Продавать их не перестанут, но запретят выкладку в витринах. Об этом сообщила заместитель министра торговли Республики Беларусь Ирина Наркевич. Новшество связано с соответствующими поправками в документ о государственном регулировании табака. Информацию о сигаретах в торговых точках можно будет размещать только в виде напечатанного перечня с указанием наименований и цены. Наркевич подчеркнула, что в стране заботятся о здоровье граждан, но ограничивать права курильщиков не собираются. Замминистра констатировала, что меры по борьбе с табакокурением дают положительный эффект. В прошлом году продажа табачных изделий в Беларуси снизилась почти на 10%. С 1 июля места продажи станут закрытыми. То есть сигарет, пачек человек не увидит. Он увидит только лист информационный, что там табачное изделие продается. Ну, надо навигацию какую-то сделать, что табачное изделие продается, да, здесь, чтобы он там не бегал по магазину. И там будет информация, прайс-лист, обычный, на белой бумаге, название и сколько стоит. Вот это новация этого декрета. Мы давно на эту тему обсуждали. Минздрав инициировал у нас. И вот это будет с 1 июля сделано. Но я полагаю, что все наши магазины, они законопослушны, они все это делают. Не какими-то шторками, а все будет сделано как положено, чтобы действительно доступа, визуализации образа сигарет человек не видел.